И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Энгри Панда. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем выживать в пиццерии FNAF 2. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Будем не просто выживать, поставим порталы в очень классных местах. Когда будут аниматроники приходить, мы сможем со спины заходить и угорать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. Все, Димон, можно запускать? Начинается экспериментальная ночь, надеюсь, у нас получится. Ребята, ставьте лайк, что было бы весело и интересно. Я ролик попал в тренды. Поехали. Чик. Чик-чирик. Что, Дима, заработало? Все, ребята, ночь начинается. Кнопки нажаты, порталы выставлены. Надеюсь, все получится. Кстати, видно, прикольно все. Но как будто расстояние, видно все, что в портале делается. Давай посмотрим. А, куда ты? Где ты? О, я сцену вижу. Я вижу сцену. Неплохо, неплохо. А мне нравится, Диман. Так, музыка такая очень стрёмная. Все за портали, на Димас. Главное, пацаны, не умирать, и порталы попропадают. Да, где вы ходите? Это какая-то комната прикольная получилась. Тот вышел туда. Я смотри, ты вышел туда, потом раз, ты уже в этом портале. Да как? Да вот так, Димас. О, здрасте. Слушайте, кто-то ходит, походил. О, Димон, я на сцену, давай ко мне. Будем, короче, путешествовать. На какой надо портал? А, на этот. Смотри, Боньки нет, а где он, пацаны? Давайте пойдем смотреть, куда он пошел. Так, давайте, я сюда. О, я мангал вижу. Ребята, мне нравится. Ой, еще один портал. Пацаны, сколько их понаставили? Это портальное путешествие. Это прям классная пиццерия. Вместо камер можно порталы использовать. О, тут заблудишься. По ним шастать-то. Чётенько. Так, никого. Хоп. В кибитке нашей. Чётенько. Вроде все неплохо. Ну, нормально живем. Живем, не тужим. Я не понимаю. А, вот сцена. Нет, это не сцена. Вот сцена. Хоп. Что такое? Вот, а что такое? Куда, как на сцену попасть? О, вот сцена. Это очень смешно выглядит вообще. Когда я хожу по комнатам, да? Зашел, значит, обратно. Вошел, вышел. Я так давно держал. Так, давай камеры почекаю. Вот, Димас, иди сюда, вот здесь чику ты увидишь, иди. Давай, Димас, портал выглядывать будем. Ой, я портал вижу на камере. Ребята, смотрите, как круто смотрится. Ну, это ж крутая вещь у нас. Димас, мангал, быстрее в нашу хату. А, чик-чик-чик. О, точно. О, Димон, я сейчас сбоку за... А как мне туда теперь выйти? Вот сюда надо. Где я? Мася в жопе. Димон, смотри, где я. Ля-ля-ля-ля-ля. О, смотрю, я смогу я за портал забежать? Смотри. Димас. Блин. Твой портал уничтожен. Сейчас я поставлю новый. Я даже лучше сделаю, чем этот. Раз, портал. О, вижу челиков. Ой, ой-ой-ой, тут марионетка. Мы сейчас, только состоем сейчас, во всех сейчас, порталах, сейчас. Поняли? Потому что вы движуха ходите по ним. А что делать еще? Так, я пока вот тут на ведре. А, что? Ого. Ого, тут порталы, блин. О, все, четко вообще. Это куда я сейчас? Это где я был? Это, короче, шкатулка. О, Димас, я обратно так подпрыгнул и тэпнулся туда, прикинь. Да? Да, подпрыгни туда, ты будешь там. О, чувак, он жопу видно было залез. Прыгай, прыгай, Димас, давай. Неужели так можно? Можно, прыгай. Я не могу прыгнуть высоко. Так ты сидя, потому что сидя, зачем ты... Да зачем ты присед нажимаешь? О! Класс! Димон, я тебя вижу, давай ко мне. О! Зато мы увидим, когда, Димон, шкатулка откроется. Да, сразу заметил. Чувак, заходи. А, кто? Чего? Блин, это самое веселое прохождение FNAF 2. С порталами, да? Ну. Так, Дима, давай я до шкатулки. Оп, все нормально, тут все четенько. Мы все за шкатулки. А мне нравится. А, кто там? Кто-то у кого-то испугал. Так. Если масс присед, ты не нажимай. Да я не нажимаю, я вот просто прыгаю пробел. Не, ты просто видишь, тебе звездочки мешают эти. Вот говняшки. Знаешь, что надо делать, Димас? Вот как прыгаешь сюда, вот. О! Прямо тут вот.
вот так, оп. О! О! Четко, у меня так земля меняется. О, Чика стоит. Вот классно видеть, как они прыгают, до портала не могут допрыгнуть, смотри. О, Димон, тут мангл, ну нафиг. Где? О, я в параше вышел. Да чё? Чё такое? О, чё-то забагалось у меня, может надо килл прописать. Пропиши. О, все, нормально прошло. Офигеть! Чё? Я вижу там... Там тоже есть порталы. Ага. Опа, Димон, привет. Привет. Пока. О, здорово, Димас, ты тут, что ли? Димас, ты там? Да. Так, я ухожу. Красиво? Да. Ух ты, лабу! А, я живой. Я тоже. Это просто он... А теперь нет. А теперь... Так надо было мне в портал зайти свой. Я ж могу поставить и зайти в него. Ну, мог. Когда были порталы. Давай. Так, это куда пойдет сейчас портал? Давай проверим. О, портал работает. Димон, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Я за тебя. А. Иду, да как ты уже там сзади? О! Моя любимая шкатулка. Классно, чувак, молодец. Молодчик. Че, классно наблюдать, Димас, как там все это. Видите меня вот, допустим? Да. Да. Ты меня физганом трогаешь, алло. Да? Да. Так а что вы, как ты меня брал, трогал физганом? Нет, за тебя челик, наверное, трогал. Просто, Дима, знаешь, непривычно с потолка на пол телепортироваться? Это очень классно смотрится, да? Опа! Со стены, да. Скоро, ребята, шкатулка будет. Мангл стоит. Так, все нормально, все чисто. Ребят, все отлично, если честно. Вот на потолке. Потолок чистый, можно так потолки мыть. Удобно. Руку высунул вот так вот, раз-раз, помыл. Да, и помыл. Балунбой пришел, Ванючка, уходи. Мы с тобой больше не дружим. Ставишь, и пыль засасывается, понял сама. Или поверх пыли надо, так. Я прыгаю к вам. Давай. О, нормально. Тут все нормально, ребят, как в настоящем портале. Все по-честному. О, Димас, я за тебя, привет, Димас. За тебя, Димас. А! Да как, да? Может, он через портал нас фигачит и убегает? Нет, я живой. Вот, видишь. Заходи, Димас, ко мне, я тут, а. Ты напополам. Тебе видно морду. А уже не видно. О, наполовину вот челик. Че, он застрял? Ну, не знаю, вроде бы да. Че там, че там? Давайте я помогу. Димас, иди. Мам, я не застрял. А, не застрял. Шкатулка не открыл. Опа! Ой, там Golden Freddy был. Давайте камеры поклацаем. Так. Димас, ну, что там? О, Димас, беги, Фредди нападает. Отойдите. Я в камеру. Я этот к марионетке пришел. Чё, блин, это Angry Panda испугал меня, блин. О, Димон, помнишь, там кнопки есть? Давай я их нажму. Ну давай. А ну-ка, пацаны, давайте смотрите отличия. Нажимаю. Что произойдет? Типа вы должны использовать это отключение автоматического event trigger. Триггер, да? Короче, если вы хотите ручное управление. Не, ручное не надо. Ха-ха-ха-ха. О, балунбой выглядывает. Иди отсюда. Так это я нажимаю кнопки, они нападают на вас. А чё так много нападают, Димас? Да? Димас, тут со всех сторон прут. Пацаны, давайте кто-то будет нажимать кнопки, а я буду смотреть. А, дай пройду. Димас, офигеть, это я понажимал? Да, это ты этого челика призвал. О, ребята, класс! Да нет, это игрок, блин, настоящий, ты обманул меня. Блин, я тоже так думал. Я повёлся даже чуть-чуть. Там Чика. Блин, ну классно получается. Ты как нажал на кнопки, сразу Чика пришла, балунбой вентиляции. А прям над нами, вот прям над этой кибиточкой, есть оранжевая комната. Ой, я нечаянно этот провалился куда-то. Сейчас Чика откусит это. Полжопы. О, да. О, что я слышу? А! Меня маринетка, аниматроник какой-то. Я только хотел зайти в портал, и ты умираешь, портал пропадает. Согласись, западло? Ага. Чика, держи портал.
Марионетка, видимо, сожила, она из этой шкатулки вылезла. Я ж теперь обратно не могу прийти. А чё я не вижу, что там? А, точно, ребята! Где ты, деваха? Ой, Димас. Она пошла, она где-то в переулке в этом. Пойдем. Идем ее поищем. Вот она, выходи. Вот она здесь. А, блин, это я ж нажал. Раньше она не была, да, не приходила? Вот, она теперь здесь, Димас. Она здесь выглядывает, бошку свою сует. Смотри. Ого, вверх ногами? Это чуваки нажимают кнопки, Димон. А, да, кстати. Кстати, можно будет по РПшить в следующей серии. Чисто кто-то будет один у нас нажимать. Я тоже в портал, Димон, ну нафиг. Да ну нафиг, да что за говно? Я думал, портал. О, я в нашу будку прыгнул и переместился. Блин, я уже не смогу тут этот... Марионетка мне не... На тебе! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!